Житель краевой столицы может получить тюремный срок за кражу колес и бензина. Подозреваемого задержали сотрудники ДПС. Внимание стражи порядка привлек автомобиль Toyota Grazia. На заднем сидении машины лежали колеса от другого авто. При осмотре багажного и салонного отделения автомобиля было обнаружено 4 летних колеса на литых дисках фирмы «Кардиант», 2 канистры с емкостью по 20 литров с бензином, а также электрический кабель. Документов на перевозимый груз у граждан отсутствовали. Водитель оставленного автомобиля начал нервничать и не смог пояснить, откуда у него этот груз. Подозреваемого и его спутника доставили в отдел полиции, а стражи порядка начали обследовать окрестности в поисках хозяина украденного. Практически сразу правоохранителям удалось его найти. Вещи пропали из подвального помещения одного из домов по улице Малахова в краевой столице. Владелец колес и канистр с топливом уже успел сообщить в полицию о пропаже имущества. Сейчас по факту кражи возбуждено уголовное дело. Задержанных проверяют на причастность к другим подобным преступлениям.